мы сегодня должны, Дон, использовать этот шанс, Дон. Где бы вы ни находились, в Европе, не знаю, где бы вы ни находились, вы должны участвовать на этой священной, Дон, войне. Это большой джихад, Дон. У Ахмад-Хаджи был другой лозунг. Он хотел наоборот. Не сражаться до последнего чеченца, он хотел спасти наш народ, зная, сколько тысяч, десятки, сотни тысяч погибли, невинно погибли наших людей, мы должны быть мудрее. Вы должны участвовать на этой священной, Дон, войне. Это большой джихад, Дон. Никакой священной войны нету в том, что уничтожает наш народ. Сегодня, если кто что там говорит, я не знаю, если он мусульманин, он должен сегодня, Дон, участвовать на этой войне. Я об этом заявляю официально, Дон. Пережив очень многое, две страшные, действительно, вот военные кампании, мы должны для себя четко понимать, что, к сожалению, есть люди, которые хотят, чтобы этот конфликт на нашей земле продолжался вечно, пока, вот, как говорится, до последнего чеченца. Если он мусульманин, он должен сегодня, Дон, участвовать на этой войне. Я об этом заявляю официально, Дон. Хайп махбу, швартумшу.